Так, значит, имеется у нас табличка товары. Вот, открываю я в базе данных Access, да. Тут 9 записей, но два раза встречаются яблоки. Вот первая запись и четвертая. И помидоры, вторая запись и девятая. И нам надо сделать запрос и выбрать из наименований только уникальные значения. Ну, то есть значений уникальных тут 7. Помидоры, да, и яблоки должны указаться не два раза, а один. Так, переходим, значит, на вкладочку создания, конструктор запросов. Сразу он у нас в режиме конструктора. Переходим в режим SQL и пишем. Так, первая подсказочка у нас есть. Пишем select. Давайте пишем select. Давайте сразу сделаем полную выборку. Ставим звездочку from. И по-русски у нас таблица называется товары. Все, запрос написан. Чтобы увидеть результат, переходим вот в режим таблицы. Ну и у нас повторилась табличка один в один, да? Вот табличка товары, вот наш запрос. Теперь его, скажем так, модифицируем. Модифицируем. Нам надо только поле наименования. Вместо звездочки пишем наименование. Готово. Переходим в режим таблицы. Видим, да, все лишние поля убрались, у нас остались только наименования. Но тут вот яблоки все равно указываются два раза, помидоры два раза. Чтобы оставить только уникальные значения, надо дописать вот здесь вот после слова select distinct, distinct. Вот так вот пишется. И теперь давайте перейдем в режим таблицы. И видим, у нас осталось только 7 записей, лишние данные удалились. На этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока.